Добрый день, дорогие друзья, с вами Ромита ТВ, и сегодня у нас запись со стрима. Шикарный топчик, раскидываю всех налево и направо, один против сквадов. Ставьте лайки, дорогие друзья, и не забудьте подписаться на канал. Нормально, сразу третий шлем. Ну и сразу еще мини. Удачно я сюда зашел. Сколько мини лежит, а? Мини на мини просто. Ну еще давайте прицел надо. Ну, хотя бы двойку, ладно. Виталий, здорово! Егор Акила, саламчик, саламчик, пополамчик. Как дела? Как жив, здоров? Так, как по пюрешку даем, Рамит, это не в игре показывает. Я знаю, что показывает не в игре, потому что это я так сделал, чтобы показывало не в игре. Так, Егор, у меня тоже все нормально. Воюем потихоньку, помаленьку. Потихонечку, помаленьку, вроде это. Так, самолет у нас как летел, чуть не помню. Вот так, по-моему, он летел. Так, ну теперь надо нам найти троп, короче. Так, Евгений, привет, спасибо, братуха, с 15к. Поздравляю, спасибо. Так, кто считаем тот мусор, Егор, это все в 100% ты говоришь, это все 100%, да-да-да. Кто считаем тот мусор, это прям 1000%. Так, ну все, что как я люблю, пикада, мини, третий шлем, глушачок, ну балласт вроде не рядом. Так, ну давайте попробуем найдем мотоцикл еще.
Байной сторон, когда тебя мусор закидывает. Да, Егор, это согласен, да. Когда мусор играет, это не война, да. Это побоище просто, да-да. Когда трусливый мусор играет с читами, я согласен. Так, у пираний тусовка идет. Это нихера, нет, не бот, походу. Охереть. Я сначала вообще подумал, что это бот, если честно. Давай, на покой. Это ни хера не бот был. Да ёлы-палы, а! Там, конечно, да, на бота был вообще похож, да? Видели? Я думал, это бот сначала. А это, оказывается, нихера не бот. Он просто был голый. О, давайте. Поехали на дроп. Если получится. В принципе, должно получиться. Более-менее близко скинул. Где-то в районе 250 он там скинул. Так, JSA, привет, привет. С меня три комменты есть, есть, красава. Да нет, М24 не стал брать. С миника постреляю, с глушака. Нормально. Хер доедешь, походу.
Охереть, а? Мочку у них битый, а? Мочку не вбитый. Как они мне пробили так? Как он стреляет оттуда, с МКшки, что ли? Опасная тема. Вот там впереди тоже кипиш на церкви, похоже. Педалагу одну. Вторую бедолагу. Нормально. Есть контакт. Все, теперь точно.
Теперь точно, как я люблю. Только я не пойму, куда он там скинул, короче, дроп. Что-то далеко, походу. Так, два хит в игре, окей. Напишите свои ники, кто написал комментарий, я добавлю сейчас. Что 35. Так, он ушел в один выстрел, одно убийство. Да, да, да. Какой-то бандит стрелял с это. С МКшки видели? Где звуки выстрелов-то? Никого нет. Там никого нет. Поехали. Пока не видно никого. Ни хера нет. Там гроза лежит. Катаюсь, смотрю. Найти пытаюсь кого-нибудь. Никого нет. Где все мыши сидят, а?
О, вон, гуси бегут. Это, ребятки, называется трехочковый. Если вы не в курсе были, это называется трехочковый от Romito TV. Ладно, молодцы. Давайте выпьем. Так, мистер, как я отношусь к стрим-снайперам? Я же уже говорил, как я отношусь. Вот нам что не хватает. 8x нам не хватает. Нормально, я позицию на церкви занял. Собственно, поехали. Поехали, найдем, где еще оставшиеся. Куда они? Так, мистер, я отношусь к стрим-снайперам нормально, только если они стреляют не в крысу.
Где эти мыши, а? Вон этот скот лежит. Скот лежал, видели? В траве. Покой. Так, этот стоп. Открытия даже нет. Как на плющихе прям. Трусливая мышь. Спалился. Куда же ты, Ромито? Мамедов, здорово, для тебя топ-1 сразу взял. Четко, четко, когда нет мусора, топ-1 становится реальностью. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.